Не менее торжественно и эмоционально прошел фестиваль детского кино «Пять континентов в Астане» в рамках кинофестиваля «Евразия». Уникальность мероприятия в роли членов строгого жюри были дети. Собственно, оценивали картины именно те, на кого и рассчитаны произведения. Гульнара Жандагулова прошлась по ковровой дорожке вместе с маленькими знаменитостями. Красная ковровая дорожка, леди в нарядных платьях, джентльмены в костюмах. Их встречает восторженная публика. Все по-взрослому. Вот только главные действующие лица на фестивале «Пять континентов» – дети. Фестиваль прошел при поддержке кинофестиваля «Евразия» и фонда первого президента. Когда они мне озвучили те фильмы, которые призеры, они выбрали очень серьезные фильмы. У нас жюри самые младшие 9 лет, самому старшему 15 лет. В течение 5 дней дети смотрели кино про себя, снятое взрослыми. В конкурсную программу вошли 5 таких лент. В номинации «Лучший фильм» одержала победу картина из Чехии «Ангелы 2». Это сказка о рождественских приключениях закадычных друзей Ангела Петранелла и Черта Уриеша от популярного режиссера Иржи Страха. Отечественному мультфильму «Казак Еля» жюри отдало приз за лучший сценарий. Больше всего членов отборочной комиссии тронул фильм из Новой Зеландии «Красота», который забрал номинацию «Лучшая детская роль». Фильм повествует о 14-летней Рэйчел. Девочка вместе с одноклассниками находит самую настоящую радугу. Фильмы были очень замечательными, и мы каким-то образом все вместе, споря 2 часа, выбрали лучшие из лучших. Фестиваль детского кино «Пять континентов» – это первая попытка увидеть мир кино глазами детей. Попытку можно считать удавшейся.